всех вас приветствуем от цветочного бутика «Сирень». Мы идем поздравлять нашу любимую Ольгу. У нее сегодня день рождения. У нее сегодня день рождения. Мы ее поздравляем. Здравствуйте! Здравствуйте! Куда нам подойти? Сюда пройти, да? Где наша вина улица? А я смотрю, блин, солнышко рядом же, оказывается, да? Итак, если возможно, давайте пройдемте вот сюда, если возможно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. На каком языке с вами общаться? На русском, узбек тогда. Поджиги забыл. Как вам удобно? Ким яханэ? На русском? Я тут очень много говорят, хорошо. На всех языках мы вас поздравим. Для начала, дорогая наша Ольга, мы хотим вас поздравить от всей души. С вашим днем, днем ангела, с днем рождения. Турня кулеризма бора и восемь, эмарамбон. Ник не отторгис, вача, шу не отторгис, тилак дошимас. От кого мы пришли поздравить? Это всех вот интересует этот вопрос. Для начала мы пришли поздравить вас от имени цветочного бутика «Сирей» и от человека, который вам сам скажет попозже. Он нам не сказал, кто поздравил, но он сам обязательно вам позвонит и, как говорится, сам еще дополнит поздравлениями. А так мы... Это человек, я не могу сказать, он или она, это секрет фирмы, как говорится. Поэтому, что этот человек желает вам? Самое главное, чтобы вы всегда оставались такой же, красивой, как и сейчас. Спасибо. Как недавно, вот я зашел, прям с правой стороны такое тепло пошло, понимаете? Вот говорю, солнышко рядом. Чтобы вы всегда, как говорится, на радость своим близким, родным. Все вот эти ваши подруги, друзья, сестренки, сестры. Чтобы вы всегда, самое главное, желаем здоровья. А остальное все можно купить, все можно сделать, правильно? Да. Чтобы всегда рядом с вами был вот такой прекрасный коллектив, чтобы поддерживали вас, и вы поддерживали своим как бы опытом, делились со всеми ученицами с вами и так далее. Чтобы всегда от вашего лица вот эта улыбка не сходила. Улыбайтесь, потому что ваша улыбка — это антивирус против коронавируса. Чтобы, как вам сказать, все земные, неземные блага, чтобы были только ваши. Дай Бог вам, всем вашим деткам, всем вашим родным, близким, желаем только здоровья. Остальное, говорю, все можно купить, приобрести. Yana bir bor tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin opajonimizni. Ilohim ularga nima tilaymiz? Uzoq umr tilaymiz, sihat salomatlik tilaymiz. Hamisha mana shunday kulgular yuzlaridan arimasin deymiz. Hamisha eng yaqin insonlar mana shunday yonma-yon turib, Xudo xolasa 100 yillik yubileylari kelib, hamisha sizning xizmatingizda bo'ladi. Bir chiroyli qarsaklar bilan mana shunday ajoyib bu gullar juda ham chiroyli, qo'llaringizda yana ochilib ketyapti bu gullar. Bugun aytyapman-ku, bu karalyeva сегодня. Это однозначно. Чтобы, говорю же, всегда вы были такой же позитивный, такой же активный, как и сейчас. Спасибо большое. Йома кулярис болмасын, бошингиз туйдан чыкмасын. Агар бошингиз огырса, нимадан огырсын? Факат яхшы кулярдан, яхшы ташвишлардан, фарзандларны күлүшүдан, ойнудан, ана шундай огырсын дейм. Эч качан көздөрүңүздөн яш төгүлмөсүн, апажан. Эң якын инсаныңыз һәмиш яныңызда болсун. Рахмат. Билебиз ки, бала ширин, баладан ширин, невара ширин, неварадан ширин, нима ширин, торт ширин дейт. Шу якынрак оша Джой, тортымызды таклиф кыламыз. С днем рождения. Чтобы ваша жизнь была такой же сладкой, как этот прекрасный сладенький тортик. И давайте мы, как говорится, вам поставим музыку, которую все знают прекрасно. Надеюсь, и поддержат, и споют, да? А вы загадайте желание. Happy birthday to угостите всех, которые здесь. Так, кто-нибудь идите поставьте чай срочно, а кто-нибудь подготовьте ножи, кто-нибудь подготовьте тарелочки. Еще раз поздравляем. Спасибо. Ваши борода. Поздравляем! 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 Здесь еще
еще раз за беспокойство, что мы вам очень помешали. Очень было приятно. Да, это мне кажется, короче, это вы для нас подарок, понимаете? Нам честь прийти сюда и вас поздравить лично. Еще раз поздравляю от цветочного бутика «Сирей» и от человека вопрос. Он вам позволит. Спасибо вам большое. Еще раз с праздником. Всех-всех наступающим новым 2021 годом. Удачи.